Всем привет, с вами канал Видеобомба и я Fuck You Game. Итак, на сервере Харьков Плюс мы начинаем снимать видеоподкасты для новичков. И это первая серия. С чего же начать свой первый шаг в Rust? Как вы думаете, с чего начать свой первый шаг в Rust? Давайте сначала быстренько бегло ознакомимся вообще с игрой. Что мы перед собой видим, когда попадаем в Rust? Мы перед собой видим быстрый хотбар, панельку быстрого доступа из 6 ячеек. Вот, видим перед собой ХП, количество сытости и количество повреждения радиации. Проникновение радиации в организм. Сейчас оно равно нулю, потому что я не в радиационной зоне. Вот, нажав Tab, у нас открывается рюкзак, где у нас маленькое окошко. Здесь у нас 4 слота для шмоток, для нашей брони. Это шлем, верх, штаны и боты. Здесь у нас много ячеек в рюкзаке. Вот что мне очень понравилось еще в Расте, что разработчик решил людей порадовать большим количеством слотов в рюкзаке. То есть, если вы идете на фарм, вы можете так достаточно прилично нафармить. И третье окошечко у нас — это окошко крафта. Вот окошечко крафта. Итак, с чего же мы начнем свой первый шаг в Rust? Вот мы зашли в игру и кампнулись непонятно где. Что же делать? Куда бежать? Кого бомбить? Кого бить? Итак, нажмем кнопочку единичку, чтобы достать камень. Вот. Осмотримся вокруг. Что мы видим вокруг себя? Итак, мы видим, что вокруг нас есть деревья. Из деревьев добывается дерево. Вот, видите. Сейчас быстренько сделаем так. Еще разочек. Оп. Вот, видите, здесь нам показывает, что мы добыли один дерево. То есть, из каждого дерева добывается по 10 древесины. 10, как когда, бывает иногда 11-12 может добыться. Не всегда ровно 10. Вот со мной ребята спорили много раз, давайте попробуем. То есть два уже было. Попробуем добыть с одного дерева. Пока он долбит дерево, сразу вам скажу. Сразу самое первое, что надо добыть, это надо нам сделать себе топорик, чтобы мы могли быстренько убить кабанчика, какого-нибудь зверька, чтобы можно было покушать. Самое основное в Rust — это еда в начальных стадиях. Вот, то есть мы начинаем с того, что вот вы видите, даже добылось 13 с одного дерева. Кто там со мной спорил, что только ровно 10, вот видите, не 10. Вот, оглянулись вокруг, увидели деревья, увидели где-то поблизости ресурсы. Вот так вот выглядит булыжник, из которого добывается руда, из которого добывается камень, из которого мы добываем руду, как сульфурную руду, так и металлическую руду, из которого потом все в печке переплавляется в металлфрагменты и в сульфур. И в дальнейшем уже делается порох из сульфура. Ну, это все не сейчас. Добудем сейчас немножко камешка себе, чтобы скрафтить каменный топор. Вот так вот это все выглядит. Красиво сделали анимации, ломается очень красиво камень при добыче. Вот так вот выглядят стаки с деревом. Из стака с деревом добывается много добывается дерево. Получается, если бить камнем, добывается по 7. Если бить топором, добывается по 10. Давайте мы себе сделаем топор. Нет, еще не сделаем. Вот где-то я видел еще камень один. Вот, камни бывают трех видов. Бывают камни желтенькие. Желтенькие — это сульфурный рудник. Получается, с него добывается больше сульфур. Добывается больше с него сульфур оре, то есть сульфурной руды, из которой потом, которую мы потом переплавляем в сульфур для крафта пороха. Вот. И бывают камни темного цвета, с них добывается больше метал оре. Вот видите, мы добыли два желтеньких рудника, и у нас сульфур оре 18, а метал оре у нас всего лишь 5. То есть
как бы больше добывается сульфур оры желтенького, меньше метал оры. Итак, мы добыли немножко камня. Теперь нам должно хватить, чтобы скрафтить первый начальный топор. Где ты наш стонный хатчет? Стонный хатчет, Микки. Итак, крафтим начальный топорик. Вот. Это и будет нашим началом. Камень нам уже больше не нужен, можно его выбросить. Вот он наш первый топор. Итак, мы сделали топор, вынесли его на хотбарчик. И ищем наш стак с деревом. Где он? А, вот он. Итак, мы видим... А, все равно по 7. Ну да ладно. Значит, что-то поменялось. Или то киркой по 10. Да, то киркой по 10 добывается. Извините, пожалуйста. Итак, мы добыли немножко дерева. Немножко камня, немножко руды. Уже всего у нас понемножку есть. Следующая наша задача — это добыть себе покушать. Сейчас, после последних обновлений, с едой в Расте вообще нету никаких проблем. Вообще абсолютно ни одной проблемы нету. Добавилось очень много животных на спавнах. Вот, но это уже будет в следующей серии плейлиста. Запускайте плейлист, смотрите следующую серию, как добыть еду. То есть первая ваша задача — это добыть немного дерева, добыть немного камня, чтобы скрафтить топор. Смотрим следующую серию плейлиста и смотрим, как добыть еду.